Различные травмы – еще одна опасность для ребенка в современном мире. Каждый день в Казахстане от случайных травм и несчастных случаев погибают трое детей, а 75 получают увечья. Дорожно-транспортные происшествия, отравления, падение с высоты, ожоги, утопление – это лишь малая часть угроз для ребенка. Находитесь рядом, будьте внимательны. Не перекладывайте ответственность за своих детей на других. Защитим детей от угроз взрослого мира. Безопасность детей в наших руках.